20 июля у дома номер 12 по улице Артюхиной, что в микрорайоне «Юность», в автобусе номер 41 перевернулась коляска с 14-месячным малышом. Малыша перевозила прабабушка. Я зашла в этот, поставила на тормоз коляску. Здесь сидела женщина. Рядом села я вот так. Это самое, придерживала вот так коляску. Доехали сюда, ехали, все было нормально. Доехали сюда, вот тут полицейский, вот дорога. Он начал тормоза, и коляска вот так упала совсем. Вот так вот, прямо так легла, да? Да. Марина Леонидовна говорит, что везла мальчика из поликлиники. Проверяли прививку. Ребенок заплакал? Ребенок кричал, и это самое, и всхлипывал. Сильно всхлипывала. С места происшествия малыша, к которому подъехала мама, доставили в детскую областную больницу. Водитель автобуса уверяет, скорость его машины была минимальной. Коляска стала поперек, они выдали автобус. Как остановился, вызвал скорую помощь ГАИ, своих представителей. Скорую осмотрели, сказали, видимо, травм нету. Но все равно настояли отправить, чтобы обследование, мало ли там что. К месту происшествия подъехали патрульные автомобили ДПС. Водитель автобуса пояснил, что лежачий полицейский давно не соответствует требуемым нормам, превратился в искореженную помеху на дороге. К тому же, по ходу следования автобуса перед полицейским отсутствует знак. В земле торчит один столб. У ФСБ России по Тверской области пресечена противоправная деятельность жителей Тверской области, причастного к размещению в сети интернет публичных призывов к осуществлению террористической деятельности. В результате расследования уголовного дела доказана причастность фигуранта к инкриминируемому преступлению. 10 июля уголовное дело рассмотрел 2-й Западный окружной военный суд. Фигуранту назначено наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей. Суд учел смягчающие обстоятельства. На допросах задержанный раскаялся в содеянном и помогал следствию в раскрытии преступления. Приговор вступил в законную силу. В социальных сетях 20 июля появилась публикация, что 19 июля воспитатель специализированного дома ребенка «Теремок» ударил маленького ребенка. В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация, в которой сообщается о том, что 19 июля текущего года в учреждении здравоохранения Тверской области специализированный дом ребенка «Теремок», расположенном в городе Твери, малолетнему ребенку были нанесены побои. С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователем Московского межрайонного следственного отдела города Тверь, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области, организовано проведение доследственной проверки. По итогам проверки следствием будет принято процессуальное решение.